Полюбуйтесь, как режим соблюдает законы права граждан. Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, фальсификация бюллетеней и внесение фиктивных записей заведомо неправильный подсчет голосов карается штрафом или лишением свободы до 4 лет. Но все эти продажные члены комиссии и наблюдатели свободны, ведь служат режиму. В это самое время тысячи мирных протестующих требовали отмены нелегитимных выборов. Согласно Конституции, граждане Казахстана вправе мирно и без оружия проводить собрания, митинги и шествия. И граждане воспользовались этим правом. В ответ на мирные требования граждан власть выслала гарнизоны полицейского спецназа. В результате сотни без вины задержанных людей. Этот жестокий режим нужно менять. Выборы Токаева грубо сфальсифицированы и будут отменены. Мы сменим режим мирным путем. Добьемся соблюдения наших избирательных прав. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.